Это типичный новичок. Он скачал Warface и его тут же нагнуло. А это Яша. Он воспользовался ссылкой в описании, покрутил бесплатную рулетку, получил отличную броню и могучие пушки. Кроме этого, при первом пополнении счета Яше плюс 100% кредитов придет. Врывайся и ты. Warface тебя ждет. Ракутагин, как считаешь, задний выход тоже вход? Считаю, что ты дебил. Вот, приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Ракутагин, капитан Очевидность и невероятные новости Warface. Очень скоро к нам вернутся легенды, такие как, например, Ктар. У меня тут это как бы все с собой, памятка. Ктарчик вернется. Хади Бэджер, говноед. АК-12, Беретта, та самая, АРХ. Макс 7, Чапа, Калашников, Ультима. Чей так М200. В общем, будет горячо. Ну а кроме этого, в Warface грядут изменения. Масштабные, мощные, системообразующие. И все это призвано сделать Warface, так сказать, great again. И, кстати, говорят, если Трамп станет президентом, так и будет. Да. Разработчики анонсировали массу изменений, которые должны пойти игре на пользу. Понимаете, дело тут в том, что они вот шли путем оказуаливания проекта, а потом такие вдруг... Минуточку. А если нам попытаться вернуться к истокам, году так 13-14, примерно тот же баланс классов, те же имбы, а вдруг это сработает? Вдруг алды подтянутся, да новичкам зайдет? А как ты смотришь на данную идею? Я считаю, капитан Очевидность, что тут есть и... зерно правды, но вместе с тем имеется и серьезное заблуждение. Давайте ознакомимся, что же нам тут разработчики подготовили. Какие мощные изменения, потрясения в какой-то степени, возможно, для кого-то, ждут наш проект. Броня Сирокко. Первая отличительная ее особенность, у нее не будет регена. Ни регена брони, ни регена ХП. Кроме этого, все остальные виды брони, вся основная снаряга будет удалена из магазина и сохранится только на складах игроков. Пока что сохранится. Потом всякое может быть, но пока что ее удалять не планируют разработчики. Более того, каждый новичок, когда вошел в игру, он сразу, сука, Сирокко получает. Просто вот ему вот насерили, сука, этим Сирокко, бери и пользуйся. На здоровье, дорогой игрок. Броня обещает быть мощной. Цель понятна. Разработчики, они, в общем-то, завуалированно так и пишут. Они хотят понерфить, например, СТК. Ну, чтобы она осталась, в общем-то, годной, но не такой мощной, как сейчас. И впредь двигаться по принципу «штурмовик стреляет в голову, инженер хорошо перед...» Ну, как оно и было задумано, понимаете, да, то ж. Вот такого перебора, как сейчас, там, СТК у штурмовика, инженер сосопа в Ляшвили, половина пушек вообще не требует навыка стрелять особо в голову. В принципе, можно, как Call of Duty, бегать в тело, распиливать, и часто, к сожалению, получается, как в той же колде, кто первый зажал, тот и победил. Ну, не скилловенько, прямо скажем. И вот разработчики хотят якобы все это улучшить, довести до того состояния, каким оно должно быть, каким оно было, собственно говоря, раньше. У новой брони не будет каких-то дополнительных параметров, типа защиты там от такого-то вида оружия и так далее. Здесь тупо будет все так топорно. Больше, сука, брони. Вот в этом духе. И это, собственно говоря, замечательно. Это правильно, это хорошо. Ну, как бы так более понятно, более наглядно, что из себя представляет броня. Однако, здесь есть один нюанс. Есть мнение, что новая броня будет идти с модами. Что как бы само по себе не сказать, что очень хорошо, по моему мнению. Почему сразу нехорошо? Сейчас поясню, дорогой товарищ. Первое, это, конечно же, самое главное, то, что моды можно по-разному комбинировать, и мы уже знаем на примере оружия в Warface, что порой получается не так, как задумали разработчики. Кто-то находит какую-нибудь имбовую дисбалансную связку, и все идет по одному месту. И в итоге... В принципе, ну вот если так подумать, даже со всем оружием, которое сегодня у нас имеется,
Ну, одна-две сборки. Чаще всего вообще какая-то одна сборка является самой ходовой. Ее начинают использовать кибершпроты. И, собственно говоря, весь остальной Warface пересаживается на эту сборку. Все. На этом вся вариативность и заканчивается. Больше ничего нового с пушкой не происходит. Поэтому нужны ли моды? Хрен его знает. И я знаю, что некоторые из вас, вот я уже такие мнения слышал, ну так мало, это не очень популярное мнение, но оно есть. Что новая броня означает, что остановится гонка вооружений. Всю остальную броню удаляют из игры, эту хорошо настроят и будут просто делать разнообразные интересные пушки. Ну нет, друзья, я так не считаю. Либо они еще одну броню выпустят, это им никогда не мешало. Это сразу, знаете, вот прям 100%. Вот прям, ребят, записывайте. Записывайте, принтскрин делайте, сука, что хотите. Вы мне также говорили про моды, что моды будут только на старое оружие неликвидное. А, я сказал, посмотрите, моды будут на донат. Вот, что касается новой брони Сирока, есть вариант, что действительно останется одна она. Просто время от времени разработчики будут эту броню апать или моды ее улучшать. Ну, типа там, написав, в связи с изменившимся балансом и т.д. Короче, просто будут о броню апать одну всего модель. И все старые пушки будут делать Сосо Павлиашвили. То есть ничего не поменяется, я так считаю. Глобально ничего не поменяется. Баланс Warface, кстати, это баланс, надо сказать, как раз изначальный. Вот с самого зарождения Warface у нас всегда так и шло. Плати и нагибай, все честно. Вот. Он будет сохранен. Не стоит по поводу этого ветеранам переживать. Ребята, никто ваши привилегии не отнимет. Вы лучшие. Все будет хорошо. Ладно, шучу. Вот. Но в целом я думаю так. То есть некоторые говорят, что типа все, вообще гонка брони закончена. Нет, такого не будет. Если все удаляют, Сирока оставляют, это не значит, что все, броня не будет улучшаться. Она будет улучшаться, потому что надо улучшать пушки, потому что под ним были лучше других, чтобы их покупали. Вы поняли, вы поняли. Вот, поэтому запомните, это так не работает. Новая броня, это не что-то такое, что вот типа бац и все, и навсегда. Нет, либо будет она, но она будет улучшаться теми или иными способами, улучшение модов, улучшение параметров брони, либо будут все-таки новые броники. Вот, просто запомните, запишите. Не надо иллюзий питать, все будет хорошо. Да, самое сочное. Ап старых пушек, друзья. АК-12, Беретта, МАК-7, Чапа, Калашников, Ультима, Хани Баджер Говноед, Ктар, Читак М200. Ну, я думаю, со временем этот список еще будет пополнен. Каким-то МАК-Миланом, например, будет сочненько. Что могу сказать по поводу этого? Это круто, это реально здорово. Это здорово, правда, есть одно но. Разработчики также написали, что они хотят вернуть пушкам, скажем, такой былой баланс в использовании. Они хотят, чтобы оружие не было слишком легким. И прямо говорят, что будем увеличивать отдачу. Ох, боже ты мой! Разработчики, единственное, чего вы добьетесь таким путем, это просто новая волна популярности макросов в Warface. И все. И больше ничего не будет. Будет просто новая волна популярности осевых макросов. На Бладе, на X7, на Logitech, через эмуляторы на Razer и так далее. И все. У вас появится хейт. Новый хейт, новый старый. Как известно, все новое — это хорошо забытое старое. Будет масса людей, которые будут хейтить проект за то, что здесь масса персонажей, которые используют макросы, и даже многие из них открыто об этом будут говорить, и разработчики при этом их не банят. А банить вы их, конечно же, не будете. Первое, потому что банально еще надо обнаружить макрос, особенно когда он в память мыши загружен. Второе, потому что макросами будут пользоваться больше половины игроков. А возможно, большинство на самом деле игроков, уже опытных таких, как бы привыкших к Warface, прошедших долгий путь здесь, ветеранов, они когда поймут, что вот эпоха вернулась, они просто снова обзаведутся макросами. Кто-то умеет писать сам, кто-то купит. Кстати, новая волна продаж пойдет. Такие макрописы. Welcome to Warface. В общем, вы понимаете. Вы понимаете, дорогие разработчики, вы понимаете, дорогие игроки, что идея не очень. Именно благодаря оказуаливанию, упрощению, отдаче, такую проблему, как макрос, мы, в принципе-то, забыли. Макросы какие-то где-то есть, может даже кто-то их пишет, продает, но все это уже как бы не то пальто, об этом не видно, не слышно, вообще все забыли об этой проблеме, ее нет, игроков обычно тоже не беспокоит, любое оружие и так зажимает
возвращаются в точку. Так вот, возвращение, так сказать, к истокам создаст одну лишнюю проблему в Warface. Я бы разработчикам крайне не советовал идти этим путем. Я думаю, что многие со мной согласны, но хотелось бы, чтобы вы, дорогие зрители, написали в комментариях свое мнение. Вы за возвращение старой отдачи? Помните эти великолепные зажимы с АК-9, с АК-103, вот это в потолок? Или вам нравится как сейчас? То есть вот как сейчас на пушках, там СТК, QBZ, мягенько, хорошо, чуть-чуть контролишь, там кедр какой-нибудь, и все прекрасно. Или вы все-таки хотите, чтобы там половина ваших усилий шло на гашение отдачи? Может быть, я ни в коем случае не осуждаю. Каждый имеет право высказать свое мнение. Даже если он за это получит по лицу, почему бы и нет? Вот. Так что я жду вашего мнения. Высказывайтесь, прямо говорите. Мне нравилось как раньше. Я контролировал, двигал мышкой, ставил макрос, как угодно. Или мне нравится как сейчас. Просто, доступно, понятно. Я как бы акценты перемещаю на другие моменты. Там, мувмент, туда-сюда, там, чисто АИМ, а зато не думаю об отдаче, и как-то так мне проще. Я, например, вот сторонник второго варианта. Я не люблю, когда в играх сильная отдача. Я люблю, когда надо наводиться, сука, вот сам АИМ, понимаешь, туда-сюда, переводочки, наводочки, сука, отсосали все дела. Вот, выскажите свое мнение, будет крайне интересно, да я думаю, и разработчикам будет полезно почитать ваш, так сказать, фидбэк, понять, нужна ли вам вообще отдача в Warface старого образца или все-таки нет, или вам это нафиг не упало. Я слышал там какие-то положительные подвижки по поводу модов. О, точно! Моды дешевеют. Ребята, моды дешевеют. Меньше деталей, оказывается, теперь потребуется. Разработчики пишут, что нам кажется... Ну, не кажется, они говорят, короче, просто моды станут дешевле. Да, вот. Моды станут дешевле, все это станет доступнее. Ну, блин, это классно. Тут особо долго ничего обсуждать не буду. Скажу, что это классно, но по моему мнению, я своих слов никогда не отказывался. Вот как я когда-то сказал, так у меня мнение есть. В принципе, не надо было делать детали. То есть, не надо было делать детали, надо было только моды оставить и прокачку пушек. Вот ты пушку качаешь, ты ее качаешь, ты сразу каждый мод получаешь максимального качества. Никаких качеств нет, качество только одно, как сейчас максимальное. Ну вот ты пушку полностью прокачал, тебе все моды доступны. Как хочешь их там, блин, в три ячейки комбинируй, пробуй разные сборочки, разные билды и играй на здоровье. Вот мое мнение, никаких деталей вообще в принципе в Warface быть не должно. Но разработчики сейчас придумают, как всегда, там, у них тысячи там, так, ой, там много возможностей получения. Так, а зачем вообще возможности получения, если детали нахрен не нужны, по сути? Вот. Ну, мы все знаем, зачем они нужны, потому что есть ежедневные контракты, которые многие, кстати, я тоже, закрывают за кредиты. Ну, вы поняли, потому что есть ежедневный кейс на сайте за 50 рублей, который, ну, вот это вот там и туда-сюда. А хотя нет, там, по-моему, сейчас деталей нет. Но не суть. В общем, вы меня поняли прекрасно. Вы меня прекрасно поняли, дорогие друзья. Все мое мнение. Я не хочу никого обидеть, но я вижу только это так. Почему разработчики яростно зачищают детали? Просто это бабки. Все, вот. Это просто бабки, не более того. Потому что по логике, любой человек, даже из любого шутера, скажет, что идея модов в Warface, многие скажут, она классная. Реально можно пушку по-разному делать. Можно там отсечками стрелять, можно медленно стрелять, можно полуавтоматом, может автоматом стало и так далее. То есть разные варианты, прямо вот, ну реально пушки. Ты ее кастомизируешь, нереально классно. В Warface это очень классная тема моды, на самом деле, оказалось в итоге. Но самая большая проблема не моды, детали. Вот, и все. Деталей не было бы, в принципе, то есть прокачал, все ячейки открылись, все моды открылись, как хочешь, комбинируй, пробуй. Вот это было бы круто. Но вот, да. Ну, теперь типа станет дешевле. Ну, и на этом, как говорится, спасибо, конечно. Спасибо большое. Но я от своих слов не отказываюсь. Детали, в принципе, не нужны в игре. Это мусор. Это то, что игру портит. Детали — это одна из причин, почему игра умирает. Я 100 раз вам говорил об этом. Я говорил, что вот приходят. Даже вот реально, мне не верят разработчики. Ой, ну, блин, ты же это, твое мнение, там, каких-то знакомых. Да вы просто посмотрите, старые киберспортсмены иногда там 100 лет не играли, заходят, какие-нибудь стримеры, вот люди, которые раньше реально в игру играли. Он так заходит просто. Они заходят такие. Чего, блин? Мало того, что пушку надо выбить, потом ее надо прокачать. Это вообще жопа боль. Ну ладно, я за кредиты прокачал. Теперь еще детали нужны. Так детали, блин, еще надо контракт выполнять целый месяц. Где я их возьму? Разработчики скажут, события. О, извините меня, это надо вообще прилично закидывать, чтобы в событии быстро, там, не знаю, за день насобирать детали. Это просто надо 1000 рублей кинуть там и крутиться. Вот тогда да. Так что это отмазки все. Ребят, извините, разработчики, я не хочу никого обидеть, но будем честно говорить, это просто все отмазки. Детали — это мусор, не нужны игре. Они существуют только для
для бабок, вот все, вот и все, все. В остальном они игру крайне портят, они идут ей во вред, они идут на погибель игре, ничего хорошего от них нет. Все, я думаю, с деталями закончили, я свое мнение высказал, все остальные могут высказать в комментариях. Принимаются любые точки зрения. Нет, если вы что-то скажете, что-то оскорбительное, такая точка зрения не под... Не, ну, не, можете. Забаню нахер, сука. Вот, все хорошо, так люблю всех. Итак, ребаланс оружия и предметов. О, это наша стихия, сука. Уже заливает. Да, водичка, блин, прям с ведра. Душевно идет. Ребаланс оружия и предметов. Ну, ребят, тут вообще красота. Давай начнем с мелочи. По мелочевке пойдем. Значит, прицелы Moji Zero и Aim Point Com4S теряют бонусы к точности. Ну, Com4S, компьютер для жопы переводит. Ну, ладно, не, ладно, шучу. Короче, Moji Zero и Aim Point, кто забыл, кто не помнил, кто не знает, у кого из головы вылетело, залетело, сука, кто не заходил в Warface последние 11 лет, это прицелы на дробовики. Да. Вот, Moji Zero всем известный. Aim Point это, сука, труба такая. Раньше, короче, на заре Warface вообще он на штурмовые винтовки в том числе ставился. Неплохой, кстати, прицел, прикольный по-своему. Я не знаю, почему его, кстати, штурму не дают на постоянку тоже, как медик. Он классный. Вот он реально классный. Хотя сейчас, в принципе, вообще ничего не дают. Сейчас только делают пушки с одним-двумя там родными прицелами, все остальное лесом. Вот. Зачем это делается? Ну, чтобы на самых разных дробовиках вы могли использовать какие угодно вам прицелы, которые вам визуально нравятся. А вот этот 20% бонус к точности, он теперь всем дробовикам будет просто добавлен автоматом. Все. То есть теперь просто какой хотите прицел выбирайте, какой вам душе ближе. Я думаю, многие там начнут бегать с... А в принципе, сука, с чем они начнут бегать? Ну да, сейчас же старые пушки у нас апают. Многие начнут бегать там, например, с Struggle RDS на дробовике. А почему нет? Тоже прикольно, тоже удобно. Я бы, знаете, что сказал вообще разработчики? Мое мнение краткое такое. Вот это должно касаться не только прицелов медика, а вообще всех прицелов в игре. Вот эти вот плюшки, типа один прицел... Быстрый зум, быстрый вход в прицел. У другого там уменьшает тряску, третий там снижает отдачу. Я считаю, всего этого быть не должно. Все прицелы должны быть с одинаковыми характеристиками, никаких бонусов они не должны давать. Прицел это просто удобство визуальное. Тебе нравится вот эта кратность, тебе удобнее стрелять вот с таким увеличением. Тебе удобно... скажем, визуально, как сетка построена, какой маркер прицела в середине, точечка какого цвета, там, перекрестие и так далее. Вот это только должно учитываться. То есть прицел это просто кастомизация, это как тебе удобно. Никаких бонусов, я считаю, прицелы давать не должны. Потому что нередко бывало такое, что разработчики вводят какой-то новый ствол, у него какой-то, сука, как они считают, навороченный прицел. Вспоминаем Крис Супер В Кастом, да? Там такой круг, блин, голимый в середине, баскетбольное кольцо какое-то. Вот, а еще главное, пули на самом деле летят не по центру этого, круга, а они немножко ниже, чуть-чуть ниже центра круга смещены. Вот и пробуй, блин, с этим прицелом голимым бегай, стреляй. Намного приятнее играть с Struggle RDS. Многие, кстати, так и делали, несмотря на то, что на баскетбольном кольце, сука, на этом очке красном, очко дьявола, на нем были бонусы. Вот даже люди на это забивали. Поэтому я считаю, вообще все прицелы, вообще все снайперские, штурмовые, все абсолютно прицелы в игре не должны иметь каких-то особых бонусов, характеристик. Все прицелы должны быть одинаковые. То есть по скорости зума, по всему остальному. То есть будь добр, дорогой мой, выбирай то, что тебе нужно и все. Вот просто наслаждайся игрой. Вот, какой хочешь прицел, такой ставь. Хочешь такой, хочешь сякой, сука. Хочешь большая, хочешь малая кратность. Хочешь с такими прицельными рисками там, да, перекрестиями. Хочешь с такими. И все. Это единственное, что люди должны выбирать. А какие-то бонусы, которые автоматом остальные прицелы отметают. А смысл тогда в них, в других прицелах? Ну это же гон. Ракутагин, нас правда заливать начинает. Да, верно. Не будем отвлекаться, у нас же еще другие пункты есть. Дело в том, что у нас нерфит шприц. Штурмовика, он чуть меньше будет защиты давать. У нас апают молотов, нерфят двойные гранаты. Есть там еще другие, там у нас томагавк переделают и так далее. Но я коснусь самого главного. Вот, двойные гранаты. Огромное спасибо вам, разработчики. Спасибо. Вы наконец-то, ну как спасибо, вы в принципе свой косяк закрываете. Вообще это косяк, серьезный. Вот факт существования двойных гранат в Warface, это ваш косяк. Конкретно ваш косяк. Вам говорили, что, сука, не стоит. Говорили, вы не слушали. Вот, не стоило. Вот вообще не стоило их водить. Они теперь их понерфят так, чтобы они были, ну, не особо эффективны. Вроде как. Ну,
менее эффективны. И, как я понимаю, судя по описанию, просто сделаю так, что от них откажутся. Я бы сделал по-другому, дорогие разработчики на вашем месте. Я бы всем игрокам Warface, так, прикола ради подарка и в качестве компенсации, начислил там 2000 деталей в честь какого-то праздника, допустим. Но при этом полностью выпилил мод на двойные гранаты. На всякий случай. Вдруг потом вам захочется снова их апнуть. Давайте вообще выпилите моды на двойные гранаты, и все будет хорошо. Кроме этого, хочется вам сказать, разработчики, пожалуйста, остановитесь. Хватит. Я понимаю, что надо в игру контент завозить. Что-то другое придумайте. Больше пушек делайте, внимание. Хватит уже клепать новые ящики с броней, с чем-то еще. Это не особо требуется, честно, перегружать вот эти. Вводить 100 предметов. Газовая граната. Молотов. Томагавк. Что там еще у нас было, сука? Граната-липучка. Реальный баланс... Вот вы среди всего этого навести не можете. Но это факт, это правда. Вот вы от этого никуда не уйдете. У нас сейчас на пабликах просто жопа. Там, сука, Армагеддон для очка творится. Люди устремляются на пуканах, на жопной тяге в космос, сука. Серьезно, без шуток. Газовые гранаты повсюду. Смоки, которые вы посадили на моды, они теперь особо долго держатся, они просто весь пригород иногда усеивают. Ты просто бегаешь и стреляешься с другими в дымах. Сочетание где-нибудь на подрывах газовой гранаты и молика – это вообще жопа-боль. Про двойные гранаты я вообще молчу. Приходишь на какую-нибудь точку в защите или, например, ты приходишь в атаке какой-то плен занять, и начинается гранатный обстрел противника. Такое ощущение, что гранаты у него в принципе не кончаются. Вот реально, складывается впечатление, что у противника где-то там стоит... есть ракетная система залпового огня, типа града, а у него гранатная система. Вот у него стоит какая-то там машина, и мне гранат так, ну, в общем, на всю команду, вся команда по две, это получается у нас 10 гранат. И такое ощущение, что на 10 гранат машина стоит, она одну, вторую, третью, четвертую стреляет. То есть ты сидишь, сука, там, пытаешься вообще выжить под этим гранатным огнем, и не понимаешь, и вот так визуально не понимаешь сразу, если отдельно не считать, когда они вообще кончатся. Они, сука, не кончаются. Он несколько откинул, подождал, потом еще несколько откинул, а потом еще несколько, а кто-то с оттягом кинул. Но это же жопа! Это жопа полная! Вообще, как можно было до такого догадаться? Не знаю. Но вы смогли! Что касается нерфа адреналина, ну, в принципе, не знаю, мне пофигу. Наверное, да, на пользу. Но я надеюсь, при этом теперь новые снайперские винтовки не начнут штурмовика хлопать, блин, на раз в любые части тела. Я надеюсь, вот этот баланс, то, что его в руку ногу не ваншотит, сохранится. Это как бы разумно, мне кажется, ради этого все и задумывалось. Что касается Молотова, ну, я скажу так. Мне в целом идея кажется излишней. Вот. Я считаю, Молотов должен оставаться примерно такой же силы, как сейчас. Кто говорит, что Молотов совсем говно, ну, я с ними не согласен. Он ситуативен, он всегда был такой своеобразной штукой, его надо применить в нужный момент. Но... все-таки Молотов сейчас достаточно хорош, по моему мнению. Он нормален. Дело не в Молотове, а то, что у нас всякие гранаты-липучки взрываются с радиусом, сука, не знаю, блин, с футбольное поле и так далее. Проблема в них, а не в Молотове. У нас другие гранаты стали очень имбовые. Молотов как раз нормальный. Молотов сегодня это пример нормального баланса какого-то дополнительного средства поражения. Вот. А все остальное как раз переапано. Молотов как раз годнотелло. Надо не Молотов апать, а все до его уровня нерфить. Вот тогда будет very good. Еще слышал, некоторые бомбят на холодное оружие. Во, братуха, правильно. Унификация наших зубочисток. То есть оружие ближнего боя. Теперь не важно, что у вас в руках. Катана, топорик или дефолтный ножик. Все бьет с одинаковым уроном, на одинаковой дистанции, с одинаковой скоростью. То есть... это все одно и то же теперь. Вообще ни разницы никакой нет. Вообще никакого преимущества теперь катана против дефолтного ножа давать не будет. То есть, по сути, все ваши купленные катаны и топоры превращаются просто в скин. Хорошо это или плохо? Я считаю, что неплохо. Вот я считаю реально так. Я знаю, у многих жопу порвет прямо вообще мощно, сука. Бомбалейло будет прямо с хрустящей корочкой. Я считаю, неплохо. А что плохого? Блин, как никого не послушаешь, он донатит, при этом ноет. Блин, игра, вот донат решает. Хотя сам же донатит и ноет. Вот тебе, пожалуйста, все. Как минимум на ножах теперь донат вообще не решает. Также разработчики увеличат количество всяких анимаций блатных на ножиках, на катанах, на топорах, на всем. На всем оружии ближнего боя. И кроме этого, теперь будет бонус. Повышенный множитель по губам при условии удара в спину. Да, вы знаете, они даже как это написали. Вот, множитель урона в спину. Да, вот, новая фишка. Множитель урона в спину. Вот прямо, ты
спиной стоишь, противник подходит. Опаньки, мой сладкий. Опа, туда. И все. И все, и в спину. В общем, как я полагаю, ну это типа стелс-механика. Если в спину ударить оружием, особенно если вторым ударом, да, наверное, первым тоже может быть, то первым, если даже не будет убийства, то, наверное, будет очень высокое повреждение, там, добить, там, одно хп останется. Ну, а вторым ударом по-любому будет убивать. Но я думаю, вторым ударом вообще теперь все оружие будет, наверное, убивать с одного попадания. Мне так кажется, скорее всего. Вот. И, возможно, левым нажатием левой кнопки мыши, слабым быстрым ударом, возможно, тоже будет убивать всего с одного попадания, при условии, если вы зашли сзади. Глубоко и надежно зашли, и вот тогда будет нагиб. Хорошо, плохо? Я считаю, неплохо. Ну, прикольно, стелс-механика, почему ее, кстати, раньше не реализовали. Очень и очень грамотная затея. Тут разработчики вообще хвалю, никаких вопросов к вам, мошнить не имею смысла. Прямо, ну, красавчики. Все в нашем духе, сука, крысить будем, ребят. Да, в принципе, мы всегда и так, и без этого, да. А правду говорят, что собираются завести новые коробки удачи? О, Кэпчик, это реально гаднотелло. Как вы думаете, ну в чем больше всего, лучше всего в обнове могли преуспеть наши дорогие разработчики? Неважно какие, новые, старые, вот все разработчики Warface, они всегда преуспевали на 5 с плюсом. Сука, ни одна мировая компания так не умела никогда делать. Никто, никакие не Близзарды, никакие, сука, электроники. Все это перхоть по сравнению с нашими разработчиками. Конечно, наши разработчики лучше всего реализовали донатную систему. Какая красота, серьезно. Я видел, ну вы тоже, наверное, некоторые видели. Эти новые кейсы, коробочки удачи, какие они классные. Какие, ребятки, они сочные, как они выезжают душевно. Вот это я понимаю уровень. Вот это действительно, это, ну блин, гордость берет за страну. Ну, серьезно, просто вот так и хочется крикнуть. Бобби Котик, ты видел, да? Смотри, как надо, сука. Тот Говард, видел? Это тебе не твои подделки. Вот как надо делать по красоте. Активижены, сука, все вы кто? Вы вообще где? Вы кто вы такие, сука? Кто вы такие? Что вы можете? Ничего вы не можете, смотрите как надо. Вы такие коробки в жизни никто не сделал. Ни один. Вам такие коробки только во снах могут сниться. Сука, вы о таком только мечтаете. А пока вы мечтаете, наши делают. Бля, сука, наши геостратеги. Молодцы, ребята, уважаю. Реально классно. Коробки очень, правда, классные. Ладно, без шуток, если... Коробки классные. Коробки, ну, красивые, прикольные. Ну, старые, да, действительно, уже устарели. Этот варбокс обычный шатающийся. Он уже, видели, вот если сейчас вот крутишь, коробочка сама уже, колба, сука, шатается прилично. Да-да-да-да-да-да. Она уже старая, сука, ну, заржавела уже, растряслась там. Прокладки надо менять, все менять. Короче, просто решили аппарат продать, новый поставили. Очень хороший. Очень хороший, мне нравится. Прям гаднотелло. Такой в Лас-Вегасе, я считаю, должен стоять. Очень достойно. Очень и очень достойно. В общем, такие вот дела. Пока не... Это не отсюда. В общем, все замечательно, ребят. Все прекрасно. Меня эти новости в целом радуют. Меня радует, что разработчики хотят вернуться к старой концепции. Что штурмовик — это тот, кто стреляет в голову, инженер, кто пилит тело. Из этого, конечно, ничего не получится. Дисбаланс классов как был и как и будет. Но само стремление, оно, я вам скажу так, друзья, это воистину похвально. Есть пробитие.